меня как шпалит. Ну, чего там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. Поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уж лучше пулю выберу. Первый год в зоне вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Тише, тише. Узнаешь мотив? Слышал? Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, мессия, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Да пошел ты. Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего, а дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, Скиф, я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь, новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, сталкер.
Все начинается с того, что мы слышим голос умудренного старца и видим тихое и миролюбивое место, отчего кажется, что наша игра большая и серьезная. Теперь что-то должно нарушить это умиротворение. А появится ли в игре это существо? Нет, попрощайтесь с ним навсегда. Внезапно и безо всякой причины люди побежали. Эти хаотичные кадры замедленного видео производят крутое впечатление и должны содействовать количеству предзаказов. Этот звук, та-дам, может означать только одно. Мы должны внимательно посмотреть на эпичный снимок игрового мира, украшенного местами вспышками линз. Сейчас мы увидим наших героев. Но только их силуэт, потому что разработчики еще не закончили дизайн. И не закончили историю. И не до конца проработали игровой процесс. В действительности, единственное, с чем они закончили, это название. I used to feel so much peace, staring into the heavens, until a piece of it fell. And the nightmare began. We thought it could be contained. It evolved. So we did too. One of our own is MIA. I need an extraction team, now! If there's a way to stop them, you will find it. But I know you will find me first. Okay, the plan. Nomad, secure our exit. I'll take out the nests. And I'll find Ivana. I have your signal. Let's go. We are already out of the nests. Incoming! Clear the area! Me a party? Yeah. Too bad you missed all the fireworks. Team, it's Ash. We're not done yet. VIP down and...
once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. Then came the next explosion. An explosion that will be our last. Sam, I'll be waiting for you on the beach. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. But at least we'll have hope. I'm a porter. I don't care about connecting anything. You see, I've come to understand the truth of the Death Stranding. I'll be waiting for you on the beach. I am so proud of you. Do you know what a birthright is, Peter? Something that's a part of you. Like your name. Guardians of the Galaxy? What? No, Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. So we got fined. We appear to be 6,963 units short. I know, we clearly need a plan. Got this! Drax, throw him! No! You want monster? I'll show you monster! No! We disrobe! Keep your pants on. Although, it could be used as a distraction. Smash him up, Drax! Meet your maker! We're all professionals here, right? Maybe we can work something out. Peter! You had one job, Quill. I did exactly what? Gamora, no killing teammates! That's who? It's literally in your contract! I made no such commitment. In less than 3 cycles, all would be lost. The galaxy cannot be saved, Peter Quill. We can do this together! Fucking great, Quill! Star-Lord, right? It's Star-Lord. Oh, crap! Thank you.
You could even imagine it. That which commanded the stars, giving life its fullest brilliance. The Elden Ring. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Don't tell me you don't see.